Сейчас пойдем. Сейчас вроде не так сыро будет. Начали движение 15:30. В начале пути вроде не провалился ни я, ни Бельгамас. Тут есть бывают по тропе такие ямы, можно по колено или выше колена провалиться. Один разок уже провалился. Бельгамас идет нормально, еще не провалился. Сейчас позднее его покажу. Сейчас вспомнил про своего друга детства, Сергея Лапшина. Сергей, привет тебе. Большой привет и твоей семье. Сергей решил заняться ютубом, как я понял. Так что давай, Сергей, удачи тебе в твоих начинаниях. Там что-то упало у меня. А, это моя бумажка. Удачи тебе в твоих начинаниях. Не знаю, как он еще назовет этот канал. Может быть, уже и создал канал. Но, в общем, если что, я, дорогие зрители, дам ссылочку на его канал. Вот. Ну, про него я могу сказать, что он там в начале 2000-х годов он плотно занимается компьютерными, как сказать, ну, интернетом. То есть он давно уже с этими, с компьютерами связан по сравнению со мной. Я гораздо позднее компьютер купил, гораздо позднее как бы стал в этом разбираться кое, ну, как кое в чем. Вот. Грибы вас не проваливался? Я пока хорошо иду. Не вспотел? Тепло мне, хорошо сейчас. Но пока еще не можно. Пока ничего. Снял шапку, уже потеть стал. Вот мы тут еще по пути немножко голубики кушаем. Ты грибы вас ел, да? Немножко поел. Уже листочки опали. Но она уже такая какая-то не сладкая, да? Угу. Типа как забродившая. Наверное. Сейчас вспомнил, хотел поздравить. У меня в друзьях Артем Голубев. У него недавно, дня три назад или два дня, день рождения было. Поздравляю тебя, Артем, с днем рождения. Желаю тебе... Яма, понял, ага. Желаю тебе финансовой независимости и исполнения творческих идей. Вот. Грибобас, что ты пожелаешь Артему? Артему? Голубеву, у которого день рождения было на днях. И вообще, у кого было сейчас вот день рождения в сентябре. Короче, я поздравляю всего всех, самого, у кого сейчас вот в сентябре. У кого сейчас день рождения, поздравляю. Сентябре, да. Место, я станцую для вас. Так что все будет хорошо. Поздравляю вас. Побольше выходи в эфир, чтобы все было хорошо. Счастливенько вам. Слышь, Грибобас? Да? Ну, это вот ты хочешь танцевать, это давай видео тогда на твоем канале сделаем. Хорошо. И назовем его «Танец от Грибобаса». У кого... А, или там Грибобас поздравляет с днем рождения, ага. Сентябрьских. И танец там от Грибобаса. Ну, такое вот какое-то название. Понятно. Пойдет, пойдет. Так пойдет. Что, зрители, ждите на канале Грибобаса. Будет для сентябрьских поздравления и танец. И будет танец. А танец танцую от души. Да все будет хорошо, ребята. Ждите, все будет окей. Я обещаю.
Грибас, скажи, пожалуйста, сколько времени? Сейчас без 3 минут 5. Вечера, да? Вечера. Вот это, рюкзачки вот сняли. Угу. Здесь у нас место отдыха. Ну тут получается где-то середина пути. Почти, да. Вот. Ты будешь присаживаться, нет? Не, пока я постою. Ага. Понятно. Уже так уже начинает темнеть. Темнеть уже начинает. Дорогие зрители, мы все-таки у нас это шоу, мы персонажи. Я персонаж Джон Клюкер. Еще один главный персонаж — это Грибобас. И вот я, ну, придумал сейчас, у меня такая идея. На себе, конечно, я не хочу ничего испытывать. Но вдруг Грибобас захочет, я его заставлять не собираюсь. Грибобас, я предлагаю тебе имидж поменять. Имидж? Да. Короче, знаешь, будет интересно. Я не знаю, есть такая краска, она, ну, вообще как бы, ну, пониже присядь, а то засвечивает кадр. Это покрасить, короче, бороду тебе и волосы в рыжий цвет. О, не-не-не. А что? Не-не, не пойдет, не согласен я. Не согласен? Рыжий Грибобас? Да. Нет, Джон, а что? Не пойдет. Это за... Да все будут прикалывать. Так у тебя подписчики попрут, блин. Не-не, Джон, не надо. Не хочешь? Ну, бороду хотя бы там. Не-не-не, не хочу. Рыжая борода. Вот в черный можно, а это нет. О, нет, в черный ты, мне кажется, будешь страшный. Да? Черный, тогда нет, не надо. Ну, в рыжий не пойдет. Я на себя... Там подписчиков будет много. Ой. Ладно, комментарии зрители напишут, не знаю. Ага. Но, наверное, зрители тоже не хотят рыжего Грибобаса. А вдруг вот зрители, ну, скажут, хотим. Ты согласишься? Нет, нет, нет. Не, не согласишься? Нет, нет, нет. Понятно, понятно. А в блондина? У блондина можно еще. Такой желтый цвет, да? Можно. Вот это уже потянет. Я что-то не представляю. То есть, как бы, волосы такие, блондин желтый, как бы, да, или как? Ну, да, желтый. И борода тоже, да? Да. Это будет... Ну, целиком голову, если. С бородой, да? С бородой все вместе. Ты будешь шоуменом Грибобасом, да? Так оно и будет. Грибобас, вспомнил, мы здесь как раз вот присели отдохнуть, что ты там вспомнил-то? Мы с ней когда с тобой шли с Джоном из избушки и сели отдохнули тут, а сидим, а уже был вечерок, уже так как темнело маленько, и пролетел сам филин, и очень большая птица, где-то вот такое тело, и такие крылья, большие крылья такие, ну там большая птица, и прямо над нами так вдруг и туда так пролетел филин, большой такой птица. И не слышно было, как улетел. Ты так говоришь? Большая такая птица. А, ну большая птица. Как чукча прям. Как чукча. Вот, большая птица. А у него же как это, пух. И не слышно было. Мы такой увидали тень, он так пролетел. А что-то там еще, ты говоришь, в армии? А потом в армии. Мы когда уже едем в командировку, вот, и мы своим полком остановили отдохнуть. И пошли гулять по пустыне. И сидел орел. Ну большой, вот засними-ка меня. Короче, вот где-то такое тело большое. И, наверное, метра по полтора длиной крылья. Вот такие широкие, большие такие. И у него была, ой, красиво сделано. Грудь такая была, белая грудь такая была у него. Сам он такой рыжий, и такая белая грудь была. И когти были, очень большие когти были. Он сидел, вот, и так смотрел на нас. И такой был злостный вид у него. Такой, сидел и смотрел на нас. Вот. Но мы сели в машину и уехали, не стали его трогать. Да. Вот такая штука была в армии. А на чем он сидел-то? А там такой был, как называется, ну как, куча земли и такая, как мох, такая кучка моха такая, небольшая такая. А, понятно. Вот и на ней сидел. Ну ладно, пошли дальше. Угу. Че, пошли? Пошли, да. Так. Бубас какую-то поганку нашел. Вот. А, это вообще какая-то страшная какая-то. Угу. Где она? А, вот она. Помнил я это недавно на шахте, ну, знакомую встретил. Они раньше на поселке Южном жили. Передаю привет, большой привет Магомету и Софии. Здоровья вам, счастья и удачи. Они смотрят тоже, оказывается, наш канал. Ну, наш канал, я не знаю, что именно смотрят, но смотрят. Так что Грибобас интинцы уже многие знают. Знаю, да? Про наши каналы и смотрят, да. Видно, Джон, отлично.
Грибобас. Да. Меня нахлынула новая волна любви к зрителям. Надо послать еще чмоки нашим зрителям. Это как, два будет или как? Чмоки два. Дорогие зрители, мы вас любим. Спасибо большое, что смотрите за нас. Любим и обнимаем. Всего хорошего, отличника. Ой, отлично, Джон, отлично. Чмоки два. Движение продолжается. Туда не иди, надо заворачивать направо. Направо, да? Да, заворачивай. Хорошо. Есть. А у меня, подожди, у меня 38 минут. У меня 37. 36. У меня 36. Тебе жарко, да? Тепло мне, хорошо. Я тоже вспотел. Вот. Сейчас покажу себя. Ага. Не знаю, видно по мне. Сейчас покажу. Идем фото еще, ребят. Видно, да? Ну. Вот это надо вот эту штучку взять. Кто знает, тот поймет зачем. Потом покажу. Уже вообще темнеет так сильно, да? Темнеет уже. Еще немного осталось и до бугра дойдем. Надеюсь, он. Ты что, ягодки-то собираешь? Собираю. Голубики я, много ягод. Я, кстати, заметил, вот в тундре есть такая покрупнее голубика, и она сладкая. Угу. Ну, вкуснее вообще. И ягода большая, по размерам большая ягода. И вкусная, хорошая. Да. Вот. Подходим уже к бугру. Осталось несколько метров. И будет сушь. Ух ты, провалился я. Сейчас это... чмоканье тундры прекратится. Немножко еще. Еще чуть-чуть. Все, здесь будем отдыхать, нет? Нет, пошли дальше. Пошли дальше? Да, пошли дальше. Дальше пошли. Смотрим с грибобасом на этот лес. Все, листвы вообще на березах. Листвы вообще нету. Почти там, ну там по листочку. Ага. Все уже вот. Упало все. Все уже на земле. Ну и грибов, естественно, вряд ли что тут есть, потому что уже были, уже заморозки были. Ну, небольшие уже нормально получится. Вот. А я нашел грибы, представляешь? Молодец, Джон, молодец. Старый гриб тут какой-то. Ага. Ой, блин. Только он стоит, живой еще, представляешь? Живой, да? Да.
Ой. Как бы вот объеден. Ага. Ну, объеден он этими мышами или кем-то. Ну-ка, подержи, отломи его. Давай. Чистый, нет. Чистый. Чистый гриб, хороший. У тебя есть пакет далеко? Пакет? Ну, далеко, ладно, наверное. Так, мне. В руке может. Да, тут недалеко дойти. Ладно. Так, мы уже дошли до ручья. Сейчас будем ручей переходить. Вон грибобас коры набрал. Коры. Я тоже коры набрал. Сейчас будет как раз тест вот этого фонарика от Парвиза Мессенджера. Ссылочка будет в описании на его канал. Это он нам подарил эти фонарики. Мне, грибобасу, Ворнинзу и Каляйке. Так, это большой луч получается. Большой, чуть, да? Чуть не уронил в воду его. Ух, береги. О, и вот это маленький. Ага. Заснял, да, луч? Заснял, да. Но тут еще не так слишком темно. Ага. В избушке будет нормально видать. Понятно. Ух ты. Вроде тут воды-то не так много. Наверное, перейдем. Не-не, перейдем. Перейдем, да? Да, тут должны перейти. Вода холодненькая. Чувствуется. Смотри, как сапоги в левом. Сейчас, подожди-ка. Ах ты! Сейчас, подожди-ка. Ах ты! Ах ты! Вот я сейчас про руку подам. Подожди. Или не надо руку? Кору возьми саму. Кору возьми. Я вылезу сам. Во. Ага, спасибо, Джон. Так, стой. Все, отлично, вылез я. Ух ты, я чуть не подскользнулся. Правда, сапоги мне дырка вверху. А ты сейчас ботинки переоденешь. Сейчас уже до избушки дойдем. Во, а что это такое? Ух ты! Тут были дрова, не помнишь? Нет, не было. А, нет, я ложу дрова. Ты что, так разве пооставлял? Нет. Мне кажется, ты складывал, не? Да, я с складром сложил их. Или так пооставляли? Не, я кучу ложил. Нормально ложил. Что-то вроде бы такого не было. Не было такого. Бедлана. Надо будет потом убраться. Уберем потом, да. И вот запаки не было от елки. В этом, да. На казне на там. Ну, наверное, кто-то отдыхал. Наверное, кто-то был здесь. Так. Ах ты. Ой, бля. Ай, мальчик. Чуть не упал с ним рюкзаком. Ну, дрова-то есть, береза. Береза есть, да? Ага. Понятно. Сейчас надо будет тут это стол вытирать. Как обычно. Так.
Что-то непонятно, может даже и никого не было. Опа. Все, мы в избушке, время. Сколько время сейчас? Время сейчас 6 часов 8 минут на моих. 6-8, да? Так, печку я уже сделал закладку дров там. Вот я по пути срывал вот такое растение, типа как ваты. Ну и сейчас, как обычно, тренировка, розжиг огня при помощи огнива. Если есть хороший труд, то огонь будет без проблем добыт. Он тут влажноватый, но я думаю, он загорится. О, видите как? Главное, хороший труд. Ай! Так, переходим туда. К печке. Печки, 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 печки. Где она? Печка, печка. Печка. Сейчас чай будем кипятить. Водичка. Грибобас там костер разжег, но он при помощи спичек, наверное, сейчас прошунил. Ты уже почти погас. А ты, ты грибобас при помощи чего зажег костер? Самой коры. От березы. То есть она кора у тебя самовоспламеняющаяся. Да, 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 да. То есть она как бы ты отрываешь это, ну, от бороды волосы, говоришь, трах тебе дёг, тебе дёг, тебе дёг, и кора загорается, да? Так оно и есть. Все правильно, Джон, ты правильно мыслишь. Что, серьезно? Да ты, я шучу, конечно. А как? У меня сейчас костер погас. Не-не, как ты кора-то, как ты загорелась кора-то? А вот, там сами угли были, вон опять загорает, смотри. А угли как загорелись? А я подул маленько, и она стала гореть. Вот так, а больше никак. Так не понял, ты пришел сюда в избушку, и что, угли были, что ли? Нет, я сам жил костер, у меня погас. Так мне вот интересно узнать, при помощи чего все это получилось. А вот так, и он загорелся. Вот так же. Ну ты капец, блин. Я хочу узнать, как оно так, огонь-то появился. Ты мне так и... А, я зажигал огонь. Вот чем, спичками, чем? Спичками. А, вот, наконец-то. Да что, спичками. Вот, все, вот спасибо, Джон, все. Вот оно что. Спичками, оказывается. Ну что, опять погас. И, слышишь, погас. Да. И теперь я останусь голодный, да? Нет, нет, нет. Буду зажигать костер, все будет нормально, Джон. Вот так. Давай.